Всем привет! Сегодня мы будем слушать Мияги, Энди Панду и Тумания. Трек называется «Оттепель». Ну, давайте. Что-то, знаете, картинка напомнила что-то от Лермонтова. Ну, Лермонтов, он же там на Кавказе все время был. Поэтому, наверное, что-то как-то вот навеяло. Какая-то такая положительная эмоция пошла. Обычно у них такая более спокойная, а тут какая-то такой драйв попёр. Но место найдено. Выруби рупоры отморозком, чтобы наверняка ты не вникал в рассказы под названием «Ла-ла-ла-ла-ла». И это лишнее, мой брат, и не надо нам, она повторит. Летала лира за новое завтра, чиба дарила мне знакомый запах. Лучше зарядить коробов, чем обойму, не гадай на картах. Ящик черный нам покажет то, что все так и должно быть. Просто выкинь его нахер и не верь, вот теперь лови. Душистый солджа над своим цветком натопил район. Панда, дважды папа, бух, пугать не надо, только добро. То, что придумали, уже поем. Стрекасы, туманы Мияги, братцы, ни разу не злые пацы, не передавай по рации. В этом танце давай уравняем шансы. Можете наваливать против троих трасс. Вот теперь феномен, люди радуются жизни. Это редкий случай, и так нависли тучи. Это феномен, осадки в прошлом. Мы дети солнца, сегодня нам все можно. Это феномен, люди радуются жизни. Это редкий случай, и так нависли тучи. Феномен, знают взрослые и дети. Если вот теперь в душе поставь тумани, Мияги, Энди. Друзья мои, что я хочу сказать? Вот скажу положительные и отрицательные стороны. Ну вот было вот много такого драйва, и ну, мелодичность, как всегда, присутствовала, и в общем-то, ну, все было хорошо. Вот, но мне кажется, вот здесь вот мало было смысла, как-то было все однотипненько по смыслу и по повторяющейся музыке, и 4 минуты тогда как бы было многовато. Я вот даже это вот, говорю, я вот многие могут заметить, когда мне становится ну, вот немножко надоедает,
Я обычно стучу и смотрю, сколько еще времени осталось. Вот стукнуло, понимаете? Ну, немножко скучновато стало где-то к серединке. Вроде как бы все хорошо и весело, и драйвово, и как всегда. Но вот что-то мне лично не хватило. Просто, мне кажется, вот эта вот однотипность немножко меня напрягла. Ну, четверочку иногда можно поставить. Я надеюсь, что те, кто меня давно слушает, и поклонники Мияги, Энди Панды и Тумани, не будут на меня ругаться, потому что четверка тоже хорошая оценка. Всем пока!